Жизнь его должно быть доконала. В Петербурге ночью в ноябре, близ аптеки, около канала, человек висел на фонаре. Очевидно, парень был поэтом, пел, покуда не накрыла сеть. А зачем иначе вместе этом вдруг ему приспичило висеть? Сам себя поэт повесил, или кто-то из приятелей помог? Думаю, что все же подсадили, ибо столб достаточно высок. Проиграв в неравном поединке, он рванулся в петлю головой. Высоко качаются ботинки, словно он шагает над землей. У него ни родины, ни веры, у него ни правды, ни любви. Не спешите, милиционеры, вынимать поэта из петли. Для него закончилась дорога жесткою петлей под кадыком. Пусть он повисит еще немного, он вас не заденет каблуком.